Здравствуйте, я Марина Климова. Хочу пригласить вас послушать лекцию на новую тему об оплате сверхурочных работ. Здесь действует новый порядок в силу новой редакции Трудового кодекса с 1 сентября 2024 года. Изменения произошли в 152 статье, но до этого, за год, произошли изменения в порядке оплаты сверхурочных из-за постановления Конституционного суда номер 35-П. Вам нужно окончательно разобраться с порядком назначения оплаты сверхурочной работы, с альтернативными вариантами, которые предусматривает законодательство, с тем, чтобы вот по этому параметру ваши расчеты с персоналом выровнялись и у вас не было бы никаких нарушений. Заходите на видеоконсультант, будет интересно.